Всем привет! С вами канал «Стройка и не только». Сегодня первый выход в поля леса. Буду смотреть, как он ведет себя на таких просторах. Очень много новых звуков, запахов. Так, хотела, чтобы поймать его в кадр, где он бегает. Бегает, отпустила его бегать. Вот он. Джаз, ко мне! Ко мне! Скорей, да? Да? Иди сюда, на. Молодец. Ну, так. Работает. Вот. И к чему я это все? Естественно, я ролик буду монтировать. И хочу сказать, что первая прогулка у нас прошла просто на ура. Он и приносил, и отдавал, и приходил ко мне, то есть выполнял команды, все просто очень-очень замечательно. Я не ожидала. Все-таки место незнакомое, я думала, что сейчас он растеряется и будет ходить все нюхать, но нет, он быстро освоился в лесу, и все, процесс у нас пошел. Так что прогулка удалась. Хочу попросить прощения за качество видео. Мой телефон сломался, он в ремонте, и временно я использую другой телефон. У него камера не очень хорошая. Ну, пока буду 2 месяца, пока мой телефон ремонтируют, снимать на Honor. Поэтому заранее прошу прощения, если будет не очень хорошее качество видео и звук. Джаз, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Молодец, хорошо. Да, хорошо, молодец. Идем, идем, иди вперед. Красота такая, погода хорошая. Чудесная просто погода. Березки, поля. Поля-то поля. Погода для прогулок просто идеальна. Собака моя знакомится с лесом, с запахами. Мне бы самой не потеряться бы. Так, ну моя машина должна быть где-то там. Люди собирают ягоды. Ну я там рядышком поставила. Надеюсь, я ее там найду. По приходу. Я бы раньше одна бы никогда не пошла в лес. Ни в поле, ни в лес. Но Джастин меня очень попросил. Сказал, пойдем. Я ведь теперь твоя собака. И мы... О, все, началось. А вот это началось, да. Бесячки. Ура, наконец-то. Наконец-то. Обедается хоть. Так, теперь, наверное, его тут на камеру не поймаешь. Хорошо тебе в канавке? Дружочек. Ой, замечательно. Мой. Раз. Вот счастье, вот счастье. Вот счастье тебе сколько. Идем. Давай, вперед, беги. Беги, беги. Бежим, побежали, скорей. Скорей, вперед. Давай. Вот молодец, хорошо, раздолье тебе. А я вижу грушу. Груша. Вся в грушах. Сейчас мы ее... Ой, сейчас мы ее попробуем. Не знаю, видно, нет. Вот они. Яблоня посреди леса. Вся в яблоках. Джаз, будешь яблочко? На, бери. Ну, пока он хочет только валяться. Валяться и беситься. Иди вперед. Джаз, ко мне. Ко мне. Ко мне. Сюда, сюда ко мне. Джастин. Джаз. Иди ко мне. Иди скорей. Иди ко мне. Давай, на, я же тебе вкусняшку за это даю. Вот, молодец, идем. Трава мокрая. Иди вперед. Иди вперед. Идем, 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 идем. Давай вперед, вперед, Джаз, давай. Вперед, ты не знаешь, что такое вперед, вперед. Вперед, пошел, вперед. Давай, давай, иди, иди. Это мы забурились куда-то. Трава такая высокая. Вряд ли мы в поле полезем.
Чем люблю гулять по нашим лесам? У нас всегда в лесу есть что поесть. Яблок полно, алычи всякой, груши. Очень много деревьев плодовых. Хочу напугать его. Ну как напугать? Посмотреть, как реагирует. Никак не реагирует. Кинула в него яблоком. Дай мне, подай. Подай. Дай. Подай. Подай. Жас, подай. Подай мне. Это же яблочко. Давай, подай. Подай, дай. Дай. Жас. Дай, дай. Дай мне. Дай. Подай. Ну давай. Давай, дай, дай, подай. Подай. Жас, подай. Жастин. Жастин. Да, 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 дай. Дай. Ну давай, неси уже. Молодец, спасибо. Вот молодец. Возьми. Падай. Падай. Молодец. Хорошо. Где оно? Вот оно. Хорошо. Ты идеальная собака у меня. Только кто-то тебя кусает. Возьмешь? Возьми. Падай. Падай. Да, мой золотой. Молодец. Хорошо. Да, молодец. Я надеюсь, я это засняла. Возьми. Падай. Падай. Молодец. Да, да. Где оно? Вот оно. Молодец. Ну дай уже. Давай, где? Молодец. Хорошо. Возьми. Падай. Молодец. Да, да. Моя умная, умная собака. Замечательная. Лучшая в мире. Да? Ну, хороший. Возьми. Падай. Падай. Да, да. Молодец. Молодец. Идеально. Парень. Идеально. Все, можешь гулять. Идем, Жас. Идем. Идем. Ко мне. Ко мне. Скорей. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Жас. Жас. Почти дошел. Давай. Ко мне. Молодец. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Корм потерял. Корм потерял. Траву съел. Молодец. Все. Пошли. Идем. Идем, Жастин. Идем. Все. Вперед. Вперед. Давай. Беги. Устал. Ну, полежи, моя хорошая. Устала собака. Вперед. Вперед. Иди. Вперед. Молодец. Иди. Иди. Ко мне. Молодец. Да, хорошо. Замечательный пес. Пойдем. Идем. Вперед. Вперед. Ко мне. Скорей. Да. Хорошо. Молодец. Да, да, да. Идем. Вперед. Вперед. Иди, иди. Давай, давай. Давай, давай, иди, иди. Ко мне. Что-то со свистком случилось. Нашел лужу с водой. Наверное, нельзя с ней пить. Я, честно сказать, не знаю, можно ли. Можно ли пить воду из лужи собаки. Но он решил там, по-моему, весь искупаться. Очень замечательная лужа. Я бы, конечно, на его месте была бы, я бы тоже тут заплыв бы сделала. Ага, попался? Идем. Я вот не знаю, это порода такая, или, может быть, щенки все такие. Но я постоянно с него смеюсь. Он постоянно создает такие ситуации, что просто вот можно смеяться до слез. Щенок активный. Он еще не владеет своими лапами. Вообще своим телом плохо владеет.
постоянно падает. Идем, дружок, вперед. Эти уши у него на ветру развиваются. Очень смешно. Ко мне. Хорошо, да. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Давай, дошел почти, давай. Ко мне, да, хорошо. Молодец. Иди гуляй. Идем. Ко мне. Ко мне. Жас. Жастин. Жас, ко мне. Ко мне. Скорей. Скорей, да. Хорошо, молодец. Ну все, ты теперь настоящая охотничья собака. Ну почти. Если падать перестанешь, возможно. Иди ко мне. Давай. Собираем с ним яблоки. Он ест, и я ем. На. На. Сидим. Яблоки жуем. Вкусно очень. И мне, и ему. Прогулка подходит к концу. Вышли на полянку. Такая полянка замечательная, красивая. Ну, мы уже долго с ним достаточно гуляем. Тут лошади паслись. И везде сухой навоз. И я уже устала у него отбирать вкусняшки. Не знаю, может быть, здесь какую-то птичку встретим. Но я не вижу, чтобы он как-то реагировал на каких-то птичек. Реагирует только на какашки. Что-то унюхал. Что унюхал? Место это возьмем на заметку. Здесь хорошо, можно гулять. А что ты унюхал, детка моя? Что ты унюхал? Ой, вот какие-то здесь зайчики белочки стреляли. Не пойму, что он здесь собирает. Это унюхал. Раз, что там? Скажи мне, чтобы я понимала. Это не охотник, это Виталий у нас охотник. Придется, наверное, мне тоже стать охотником, чтобы понимать собаку. Что он там? Пока поливаю теплицу, дала ему огурец. Очень занятая собака. Уже помидорку съел. Но я надеюсь, тут надолго, по грызушке.